Здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Вы смотрите рубрику Only Gauss. А сегодня будет видос у нас не совсем обычный. Вот это да, вот это я его сейчас прям опередил, прям очень четко опередил. Если бы я сейчас не опередил, он бы меня, конечно же, со своей ДДшной рельсы бы ушатал стопудово. А главное, чтобы сейчас снова на него не нарваться и не дать вот этому гаврику взять броню, ой, точнее аптеку. Сейчас еще минус диктатор будет. А у меня на самом деле в задании есть очень интересная такая штука. Сейчас еще будет один ваншот. Как это? А как его тот раз ваншотнул, а в этот раз нет? В чем прикол-то, я что-то не понимаю. А короче, есть у меня заданочка. Заданочка на опыт. Так, а у нас ведь там миночка стоит, да? Замечательно. Если он сейчас тут поедет, будет замечательно. Будет просто круто, нате. Ай, ай-яй-яй-яй-яй, вот я застрял, как нуб. А вы посмотрите, он на минку не ведется. На тебе, хорош. До свидос, Вася. Ой-ой-ой, чувак, ты что застыл-то? В первый раз увидел Гаусса? На тебе тогда, по щам. А, заданка я вам сейчас, наверное, даже покажу. Если меня тут не ушатают. А я вот ведь на этого смогу свестись? Да, могу. На тебе, по хребтине. А вон на того могу свестись? Тоже должен... Да-да-да-да-да, смотрите, он еще занарил как раз... Как ее там звать? Ну, аптеку. Блин, надо нарить. Так, вот тут давайте еще минку поставим. Опа, привет, друг. Блин, вот такой он. Ну, я вот не знаю, как к таким на самом деле относиться. Чувак, а что ты не стреляешь-то по мне? Ёлы-палы. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, спокойно, блин. На, ё-моё, на мини один подорвался, а второй нифига. А так вот, пока я лечу на респ, вот у меня заданочка. А, блин, тут в джиггернауте, ё-моё. Ну ладно, я хотел просто выполнить заданку на 30 тысяч опыта. Но там потом увидел, что это в режиме джиггернаут надо делать. А ну и ладно, фиг с ним. На тебе, хорош. А как он мне... А, я ему типа так прицел сбил, да? Ну круто, круто. Опа, привет, друг. Ты опять промахнулся, сочувствую. Так, держи, раз. Блин, они почти ваншотятся, вот серьезно, это же круто. Вот сюда миночку поставим. А, короче, тогда давайте так поступим. Я следующую каточку сыграю в режиме, как его, джиггернаут. И мы там попробуем набрать 30 тысяч опыта. Ну, потому что заданку надо, в конце концов, выполнять. Правильно, правильно. Так, опять вон там шафтяра. На тебе. Нормально. Я, по-моему, даже забил прицел, да? И промахнулся. Очень жаль. Хорош, в минус кинул васпа. Это прекрасно просто. На тебе. Как он меня ваншотнул, вот собака. Мы, кстати, выигрываем, но преимущество такое, я вам сказал бы. Не очень серьезное. Так, у него ДДшки уже нету, да? А у меня есть. Раз. Два. Ё-моё, а чё за фигня-то? О, звонку получил, чувак, красава. Ну я тебя за это солью, ты уж извиняй. Так, вот этого можно добить. Нормас, нормас. Я, кстати, знаю, куда я сейчас приеду. Опа, у них вот тут вот очень даже есть неплохая нычка. Так, раз. Спокойно, мужики. Блин, сбивает прицел паразита. Натя. Хорош, этого добил. Вот здесь вот можно миночку ставить. Так, тихо. Вот этот, надеюсь, меня не тронет. Раз. Два. А, ну да, он спит. И у меня крадут килл. Вообще замечательно. А давайте забатим вот сюда васпика поехать. Потому что у меня тут миночка. Я надеюсь, он на нее поведется. Хотя не факт, не факт. Сразу говорю. Он пытается меня рикошетом, что ли, типа там добить? Ой! Нифига себе хитрец! Ты посмотри на него! Аптека спасай! Тут вот еще, мне кажется, минка ему нужна, да? Привет, друг! Пока, друг! Да блин! Как ты так-то? Чувак, и он еще меня в минус подтолкнул! Ёлки-моталки! Да, команда от бога! Я уже в этом убедился. Так, вот тут вот аккуратненько надо сейчас занарить ДДшку. И сбить прицел Громух. А, ну я... Вообще вынес, я, конечно же, рассчитывал просто сбить прицел, но немножко так. Оно в итоге ушатал вообще к чертям этого скота. Опа, привет. Раз, два. Опять у меня воруют килл, это не очень хорошо. Ну давайте, кто-нибудь тут появить. О, тихо, какая-то цель там была. Там же был кто-то, куда делся-то? Да бляха-муха, ты задолбал, чувак. Давай опять нарез. Что ж такое-то? 12 киллов нам остается. И мы угомоним этих ребятишек. О, опять тут Вася. Ну чё, сводимся в него? На тебе, нормально, нормально. Прям то, что доктор прописал, как говорится. О, а там еще васпик. Блин, в него уже я не свелся.
Ну ничего страшного. Я думаю еще... Ой-ой-ой, да что ж такое-то в конце концов-то, а? А сплэшиком? Так, держи сплэшика. Тут вот миночка. Блин, ну он сейчас заберет эту аптеку. Скотина. Так, на тебе. Раз. На тебе два. А тебе на три. Хорош. Почему ты не самоуничтожился, а? Ёлки-моталки. Сбить прицел. Нет, не получилось. Сбить прицел не получилось. Блин, вот у грома сплэш, это на самом деле не есть хорошо. О! Я, кстати, последний килл сделал и получил награду за 4-й уровень челленджа. Короче, ребят, погнали в режим джиггернаут. Итак, братва, я зашел в режим командного джиггернаута. В общем-то, задача осталась прежней. Нанести 30 тысяч урона по противнику. Ну, в общем-то, это надо сделать именно в этом режиме. А поэтому сейчас я прячусь куда-нибудь вот сюда. И будем активно наяривать вот эти вот 30 тысяч. И, наверное, первый пошел. Хоть бы меня вот этот вот не увидел. Ни хрена себе, а как он без луча навелся, вы видали? Навелся без луча. Ну, то есть я у него не увидел вот этой лазерной фигни. На тебе, блин, не попал. На тебе, хорош. О, в джагу же можно свестись. На тебе. На тебе вам. Хорош, даже кого-то вынес. Да елки-то моталки, на тебе. Вот это, блин, у него сплэш, просто дичайший сплэш. Так, он по мне опять не попадает. На тебе, Вася, еще там кого-то шотнул. На тебе, спокойно, чувак. Спокойно, я тебе говорю. Да как тут попадаешь-то, а? Смотрите, я опять на себе не увидел вот этого лазера-страйкера. Он читак по-любому. Он хреначит. Эй, мужики, у нас там это, заходит на базу, кстати, уже 1-0. Ну, в принципе, ладно, хрен с ними. Ну, блин, ну позорные читаки, как играть в эти танки с читаками? Почему я... О, кстати, вон там можно свестись в джиггернаута. Увидите, да, ребят? На, хорош! Нормально лупанул, да? Вон, ребят, этот вот читак, который только сейчас в минус упал. Видите, он опять сейчас выдал залп без какой-либо наводки. Ну, короче, на читах, ребят, играть это просто зашквар. Я даже не знаю, что лучше сделать. Вместо того, чтобы играть с читами. Но это, на самом деле, просто дичь какая-то. Так, я хочу шатать джиггернаута. Счет, кстати, уже 2-0. Мы проигрываем. Это очень печально, если честно. Че, джагу шатаем? На тебе. Маленько ему осталось, мужики. Раз, еще чуть-чуть осталось. Вот он. Иди сюда, собака. Ес, я ушатал джиггернаута. Вот это круто. Так, а кто у них следующий джиггернаут? Вон у них следующий джиггернаут. Я думаю, сейчас надо куда-то тут вот спрятаться нам. Но он мне, конечно же, наверное, не даст. Уйди, придурок, блин, там чей-то труп был. 2-1. И, кстати, все, ребята, заданка-то, походу, выполнена. Да, 30 тысяч опыта. И у нас только 4 минуты, даже меньше 4 минут. Какой 4 минуты? 3 минуты прошло у нас от битвы. Ну, то есть там даже меньше 3 минут получается. За 2 минуты, в общем-то, без проблем можно... 30 тысяч урона противнику нанести. Так, блин, опять мимо. А, короче, ладно, пойду я охотиться за джиггернаутом, потому что этот... О. Вот он. Привет, друг. Ты далеко-то не уезжай, ладно? Давай. Хорош! Раз, еще тебе надо. Нате, вонючка. По-моему, сейчас не я его убил, но счет у нас 3-3, это круто. Так, нормас. Блин, о, у них вон еще один. Надо как-то жалобу кинуть вот на этого паразита. Ай, бляха-муха, вот я себе самуронище нанес. Вот этот у них, конечно же, джиггернаут какой-то опытный попался. А потому что он как-то так меня шотнул, что я даже офигел. Так, раз. Так, ты где, Вася? Давай, в прицел ко мне. Блин, вообще капец, он меня фигачит. А тот вроде меня не ваншотал, а вот этот ваншотит прям, мама не горюй. Так, а вот отсюда я смогу в него попасть? Нет, вон в того. Да. Ну не уезжай ты, Вася, бляха-муха. Вам придется этого фигачить. На тебе, хорош. Ой, блин, аптеку случайно взял, ну ладно, фиг с ней. А 3-3 пока у нас счет. Кого-то я вот тут вот видел. Нормас. Так, давайте поможем чуваку своему. О! Ладно, хрен с ним с этим. Давайте васпика ушатаем. 4-3, кстати, а ничего, блин. Да елки-палки, вот тот приехал. И все, и он сейчас, блин, просто устроит кобздец там у нас на базе. Где их этот? Уже 5-3, видите? Он просто тупо, ну да, там у них просто джиггернаут стал каким-то опытным. И все, его хрен теперь убьешь.
А он только наших убивает. А так что это, наверное, катка сливная. Ну, в общем-то, и фиг с ней. Я хотел показать, что 30 тысяч опыта набить на гаусе, это просто вообще изи каточка. И давайте сейчас просто вот тут вот ребяток пофигачим. Ну, а почему бы нет? Потому что... Ой, тихо. Ехать... Ой, в меня сводится. Спокойно, чувак. Какие проблемы? Я тебя сейчас ушатаю. На тебе, Вася. Так. Блин, промахнулся. Ну да, все, сейчас они, конечно же, битву уже закончат. Печально, конечно, что у нас какой-то тюлень просто стал гауссом, а у них просто топовый чувак. Я даже его не вижу, понимаете? Даже не вижу, где у них этот гаусс. Ой, точнее, не гаусс, а джиггернаут. Вот он, кстати, да. На тебе. 2000 я ему только дал, ему, конечно же, пофигу на это. Сейчас еще дам 2000, на тебе. Натя, блин, у него ему еще овер раздали, плюс аптека, плюс у него свой овер, а у нас какой-то опять нубасос, блин, стал джиггернаутом, поэтому тут все кончено. А в общем, ладно, что, ничего не поделаешь. Ой, сейчас, может быть, ему выдам. На тебе, 2000 получай. Мне кажется, надо сейчас с этой стороны объехать, а то он меня там запалил, собака. Так, целюсь, есть сводочка. Хорош, еще 2500. Блин, и он уехал. Ну как же так? Вот вообще не вовремя занарил. Ну да, и он, видите, он убивает нашего джиггернаута. А так что они в меньшинстве затащили просто на изи. На этом все, друзья. Кстати, для розыгрыша промокода в комментариях под этим видео вместе со своим ником напишите кодовую цифру 47. С вами был Миха. Огромное спасибо, что смотрите. Не болейте, самое главное. И до новых встреч.